Леди и джентльмены, вас приветствует Аркс Плюй. Сейчас будет жопа рвуй, полная жопа рвуй. Ну что ж, давайте сделаем на гибе. Мы играем за тьму. Рандом. Рандом, чувак, рандом. Я слишком сильный, чтобы играть на СФ. Я буду только на рандоме. Ну, посмотрим, что мне там выпадет. Вообще, я не люблю, вот, когда так идет общаться. Вот это вот мне не нравится, реально. Это сильно отвлекает. То есть, ты можешь набраться энергии, сил, и твой соперник начинает тебе какие-то анекдоты рассказывать, там, травить, кривое зеркало пересказывает. Этого не надо, надо было сразу мут его кидать. Ну, давай, братья, давай, ну, давай, ну, да господи, да вы что, издеваетесь? У меня еще каждую игру теперь будет инвизник, что ли? Ну вы же видели, я рандом нажал, ну что я сделаю? Прошлую игру Клинкс, там сколько, 2-3 часа назад я записывал. Блин. Лол. Лолка. Лолопет. Шапокляк. Шапокляк, шапокляк. Ну давайте подумаем, как же нам убить этого чмошника. Это надо будет через первый скилл, это однозначно, нужна будет мана, поэтому банка 100%, да. Потому что надеяться на второй скилл здесь вообще бесполезно, здесь только первый скилл дамажить надо, 325. Бить, бить с руки, бить, бить, первый скилл, насрать ему на голову, все. Так, окей, 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 юшки. Накопим, короче, деньги, купим варды, потому что 100% он тоже купит варды, это настолько очевидно просто. Так. Мы сейчас не будем качать инвиз. В обычной игре в первую очередь нужно качать инвиз, это 100%, потому что могут быть ганги начальные, это очевидно, да. Я всегда об этом говорил. Но мы играем PvP, здесь гангов, я думаю, точно не будет, поэтому я, наверное, не буду качать первый скилл, ой, третий скилл пока. Мы качнем второй, чтобы уже начать фармить, и потом качнем третий, и будем делать акцент на первый, прокачивать. А, кстати, я прочитал, да. Вот смотрите, когда вы сделаете здесь поиск, здесь есть такая фигнюшка, вот здесь вот. Вот, тренировка один на один, здесь вот знак восклицания, нажмите на него. И там есть описание условий победы. Там, короче, вот, я забыл. Там про руну написано, что первая руна не появляется. Вот, что я не знал. Теперь я буду знать. Видите, первой руны нет, а потом будут появляться уже. О, я опять забыл про крипов, господи, я заговорился. Скелетон Кинг. Ну-ка, показывай, вардики есть. А если найду? Ох ты, нифига себе, он дерзкий. Фига себе, да, уненок, мальчик. Вообще жесткий, жесткий пост. Видали, да? Уже ману тратит у нас. Он хорош, чувак, хорош. А где твой хп, дебил? Что с лицом? Опа. Что с лицом, говно? Ладно, будем фармить. У меня такой даун, как этот чмошник. Ах ты чему? Ну... Да... Ты идиот, что ли? Ты пытаешься, думаешь, сейчас меня убить? Окей, ладно. А я заюзаю баночку, говно. Ой, ты говно. Я иду к тебе в гости, парашник. Парашник? И что ты сейчас делаешь мне? М? Тихо, нет, 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 живи, братюня. Ах, это нечестно, крипы саны зарешали. Мы прокачаем инвиз, если что, мы уйдем от этого упыря. Ну-ка, чё, убью? Не убью. Да вряд ли я его убью с одного удара. Не, не убью, не убью, не будем рисковать. Лол. Давай тогда принесем себе хилки сейчас. Не, нужен, да, жестко, жестко, жестко. Ну нормально, ничего страшного не произошло. Я вообще не понимаю, а вот агрессию скелета такую? Не знаю, что-то он с первых левелов мне стан кидает, даун. Это сейчас опасно, он сейчас может быть в инвизе где-нибудь бегает с руной. Потом сейчас просто возьмем, порегенимся. Во, нормально. И все. И будем апгрейдить первый скилл. Вот до этого он когда зашел под вышку, был шанс хороший его убить. Был шансик. Так. И чё? Ну окей, говно. Чё, варды купил? А, у него еще эта руна, да? Парашник. О, кстати, да. Нет, нет, нет. Тихо, осторожно, осторожно.
Можно, можно сейчас его убить. Давай, давай, братюня. А, он пошел за руны. Да, говно, за руны пошел. Ссаное чмо. Что же нам придумать-то? Пошла отсюда, псина. Ха-ха. И чё дальше? Пошла отсюда, обоссанная швара. Ах ты чмо. А, еще станчик у него есть, да? Ну давай, братюня. Пу! Да ладно, да ладно. Ну что за везение, Господи Иисусе. Да, повезло, бомжу очень сильно повезло, очень. Чё, варды поставил, нет? Идем, короче, на базу. Не, ну мы увидели это, да? Так швали повезло. Кстати, можно спокойно уже покупать. Во-первых, нужно задефать мид. Надо спокойно, короче, покупать уже Magic Stick. Это чмо, как я понял, будет по академии кидать стан. Как ему повезло, ну как? Тварь обоссанная. Везет же людям. Ладно, давайте сейчас купим регенку. Да лучше мы сделаем таким образом. Все, let's go. Он даже, смотрите, он даже не думает варды покупать, а? Говно, говно. Ладно, пускай, пока он ходит там за руны, мы еще немножечко пофармим. Опа. Опа, два крипа, как профессионалы. Опа. Когда я увижу, что он купил, короче, варды. Тварь тупая. Ой, ты вкусняшечка. Ой, тю-тю-тю-тю. Вот ты какой ты злой, дяденька-то. Не повезло тебе, да? Обоссанная скотобаза. Обоссанная шваль. Творог, обоссанная гов... Обосс, 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 об... В общем, вы поняли, что я хотел сказать. Ладно, теперь, короче, берем тапок и что-нибудь в дамаг. Мне бы что-нибудь в дамаг собрать. Нет. 7, 8, 9, 10. Хотя ладно, посрать. Давай, братюня, неси. Раз. Два. Поехали. Так, ну что ж. Первое дело мы сделали. Где моя курочка? Курочка Ряба. А, у него же будет шестой левел. Мне придется два раза его убивать. Господи, как же я об этом не подумал даже. Че, купил варды? Нет, упырь. На, пес. На. И че дальше? Что, у нас ПВП идет, да? Ну, давай, крит, давай, детка. На! Изи бризи! Е-е-е-е! Изи бризи! Обоссал нуля! Изи! Сосай, мандай! Эх, какой слабый мальчик, вы видели, да? Он просто ма-е-е-е. Ауа говорит, уа, ауа, ауа. Ну вы видели, да? У нас был такой ПВП, я не засал, я не засал. Мы дрались. Скелетон Кинг, у которого, кстати, у него был пятый левел с чем-то. То есть у него почти был шестой левел. Вот вам тоже знаете, когда вы будете играть против него. Старайтесь выиграть до шестого левела, а потом его убивать два раза, это такая жопа, это просто забейте. Но все равно, пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись. Ха-ха-ха! Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!